Первый тур Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России-2021» проходил в дистанционном формате. От участников требовалось написать характеристику своей профессиональной деятельности. У Александры за плечами многолетний опыт работы психологом в различных образовательных учреждениях. В детском саду номер 4 девушка работает 2 года. Большой багаж знаний, умений и навыков помог Александре оказаться среди финалистов и выйти во второй тур регионального этапа. Я вообще люблю участвовать в различных конкурсах, еще начиная со студенческих, наверное, времен. Всегда, когда ты участвуешь в конкурсе, ты начинаешь бросать себе вызов, повышаешь уровень своего профессионального мастерства и вносишь что-то новое в свою профессию. Поэтому я, не задумываясь, решила поучаствовать. Педагог-психолог – профессия уникальная и творческая. Александра постоянно пробует и внедряет в свою работу новые методы и приемы. Психолог нацелена не только на детей, но проводит тренинги, семинары с воспитателями и родителями. Зачастую успех работы зависит от настроя коллег и общего климата в рабочей группе. Коллектив детского сада номер 4 поддерживает Александру во всех начинаниях и создает условия для плодотворной работы. В этом саду еще настолько уникальный, открытый, искренний, сплоченный коллектив. Вот он как единая команда, знаете, которую вот можно направить, поддержать, помочь тебе. Здесь все педагоги, они дополняют друг друга. И вот как раз в этом саду есть такая площадка как бы для твоего профессионального роста и развития. Помимо своей профессиональной деятельности, Александра занимается бальными танцами, играет на фортепиано и пишет стихи. В своей работе девушка посвятила стихотворение под названием «Один день из жизни педагога-психолога». Ребенок каждый уникален, непредсказуем, идеален. Горят его сейчас глаза, всегда он верит в чудеса. Я та, что детям помогает избавиться от разных бед, душевных все переживаний и новых достигать побед. Для второго тура регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России-2021» участникам предстоит провести мастер-класс. Александра готова собрать все силы для достойного выступления и победы. Финал пройдет в сентябре в Нижнем Новгороде. Светлана Ярунова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.